В прибрежном сельском поселении начался капитальный ремонт улицы Школьной. Обращаем внимание водителей, движение по данному участку дороги может быть затруднено. К асфальтированию улицы Школьной в поселке Совхозном приступили в начале этой недели. Будет капитально отремонтирован участок протяженностью 1 километр 180 метров. Общая стоимость работ составит 4 миллиона 903 тысячи рублей. Работы проводятся в рамках краевой программы на условиях софинансирования. Львиную долю расходов на ремонт дороги берет краевая казна. Остальные средства вкладывает поселение. Программа 95 на 5. Она очень удачная программа. Потому что собственные средства поселения – это 246 тысяч всего. Для нас это очень хорошо, помощь огромная бюджету. Кроме ремонта дороги, будет проведена замена остановочного павильона по улице Школьной. Ремонтные работы планируется завершить к 30 августа. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».